Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас взгляд на игру, которая называется Herobrine: A Maze 3D Slenderman. То есть до этого просто вроде как был какой-то лабиринт, в котором нас мутузили какие-то непонятные шахтеры, кубоголовые там. Ну, короче, зомбари сплошные, а тут, скорее всего, меня еще будет мутузин Слендер. То есть в прошлой игре он был такой добренький, типа что-то там, то ли изумруды, или что он мне там отдавал. Короче, был, короче, щедрый, а здесь он будет каким-то очень злым. Ладно. То есть это я уже слышал. Так, хорошо. Теперь у нас тут вместо изумрудов вот эти вот алмазы. Да, и вот такие вот звуки. А, я без понятия, куда идти. Но, насколько я помню, это уже... Не, ну это действительно уже какая-то другая карта. Вау. А чё вы двигаетесь-то? Да, конечно, атмосфера. Понимаю. Ой. Да ладно, теперь ты здесь. Погоди, реально Herobrine, слушайте. А чё это я так сразу-то облажался? Погодите-ка. Погоди. А чё у меня это? Месячные на экране появляются. Что это? Типа... Блин, ну вот это, конечно... Чё ты на меня орёшь? Успокойся, Herobrine. Так, сейчас главное это, игру не свернуть, потому что у меня тут слева вот эти... Да хватит на меня орать, Слендер! Не, ну знаете, Слендер до сих пор здесь оказался щедрым, то есть он меня не начал убивать взглядом, не забрал мою душу там, а в конце концов своими щупальцами не задушил. Но, короче, сейчас я, по всей видимости, бегу наугад и... Это бан. Да? Не, ну можно же промансовать через Herobrine, ведь так? Так, давай, белоглазый. Так, я что-то забыл, куда мне идти. Я сбился с маршрута. Угу. Так, ну хорошо. Блин, Herobrine, а ты всегда появляешься возле вот этих голов? Или ты тут вовсе не один Herobrine? Я вот не понимаю вот этой сути. Типа, тут несколько Herobrine, да? Ой. Так, я потише сделаю? Или погромче? Я не знаю, короче, насколько громко слышно вот этот крик. Но я надеюсь, что его не так прям уж и сильно слышно. Ну, короче, бежим-ка в никуда просто. Я не знаю, куда мы бежим. Так, надо вот так вот это сделать. Так, ну нормально. Короче, бегу опять-таки наугад. Потому что сейчас я могу фиг знает куда прибежать, и да. Я прибежал снова, по всей видимости, сюда. И вот эти тревожные звуки мне ни о чем хорошем не говорят. И тут уже, кстати говоря, нету такой карты, где ты можешь типа без проблем сориентироваться. Хотя как без проблем? Я не сориентируюсь ни хрена на самом деле. Потому что, ну, я как бы не особо, на самом деле, не пытался разбираться в этом плане. Но, ладно. Ай, блин, Herobrine. Вот знаете, я скажу честно, то что, когда я был мелким, я очень боялся этого Herobrine. А, вот серьезно. Потому что, вот даже, допустим, если вдруг я смотрел какие-то моды вот эти, это все равно как-то настораживало. Даже какой-то элементарный мод... А в то время меня мог попросту напугать. А вот сейчас это уже как бы... Уже не такое прямо. Не так уж прям и вау. Потому что... Ай! А чё ты? Эй! Всё, не ори, я понял. Да. Короче, понятно, Слендер снова показал свою доброту. Вот все мы думаем, короче, Слендер такой безликий, страшный, короче, злой, готов просто душу твою высосать в конце концов, а мы... Нет, а он в итоге это, просто как бы хочет поделиться алмазами. Хотя, знаете, в отдельных играх чем он еще может поделиться, например, вот я не знаю. Вот там, ну точно не записками, которые мы как раз-таки и должны искать. Наверное... Типа, он отдает алмазы только потому, что, ну, типа, главной записки не забирай вот эти вот. Ой.
Слушайте, а может без этих звуков, а то какой-то кринж прямо. Ну ладно, атмосфера так атмосфера. Это я типа не испугался, это типа я понял. Да, короче, да. Он может меня только... Ну, короче, коснется меня, как какой-то чумной доктор, и все. Я сдохну, короче. У него что-то покраснеет глаза, видимо, конъюнктивит начался. И вот так вот как-то. Видимо, от моего вида у него реально конъюнктивит начался. Чего у него так глаза-то покраснели? Так, ну ладно. Хорошо. То есть с Херобрином не связываемся вообще. То есть если он на нас побежит... то мы сразу такие, опа, ой. Опять вот эти неоновые шесты, вот, блин, стрип-клуб какой-то. Не понимаю, для чего вот эти шесты? Типа, ну, чтобы все круче выглядело, я не знаю, может быть. А вот эти стенки, это типа адские... Да черт тебя подери. Вот это я сейчас смансовал, конечно, это мне еще, ну, мягко говоря, повезло. А, ну ты обходишь, как бы, и на том спасибо. А то думал, типа, это будет сейчас это сквозь все подряд проходить. Ой, давай, Слендер, давай сюда, бабки. Так, все, спасибо. Хотя ничего, я так грубо со Слендером, он же добрый здесь. Это в прошлых играх я мог ненавидеть Слендера и как бы проклинать его за все, что он как бы мне сделал. А здесь вряд ли. Вы знаете, я сейчас как самоуверенный черт просто бегу. Ой. Да все, Слендер, хватит орать. Такое чувство, как будто Слендер меня наоборот боится, а не я его. Я вот не понимаю, Слендер, что с тобой не так? Да блин, опять ты конъюнктивитный херобрин, блин. Все, не ори, не ори, не ори. Как будто какие-то гены на самом деле на заднем плане орут. Хорошо, давайте еще раз попробуем тогда, почему бы и нет. Ой, ладно, давайте, короче, спидран. А мне кажется, я на него сейчас иду, да? Да, тут головы вот эти. Понятно. Мансуем. Хорошо, здесь пробежали, здесь нормально. А, короче, бежим дальше. Сейчас будет целый марафон от Херобрина, который, скорее всего, умеет телепортироваться и появится где-то спереди. Ну, на самом деле, это, ну, неудивительно будет, что ли. А прикиньте, он бы на таких переходах бы меня находил, и все. Типа, за уголком такой стоит. Притаился. Так, печка. Слушай, Херобрин, а ты не хочешь появиться там? Не знаю. Ой, стоп. Так, ладно. Что-то я, по-моему, не то сморозил, ну ладно. Сейчас, мне кажется, я накаркаю, и Херобрин меня поймает. А, вот это, кстати, то самое место, где обычно Херобрин и бывает. Это я запомнил. Да. Блин, ну ты, конечно, носишься. Так, ладно. Ой, блин. Не, ну ты меня, конечно, немного отвлек, Слендер, но в любом случае спасибо. Сейчас я просто буду бежать наугад. Так, мне показалось, там алмазы были. Но если даже были, то... Ну, ладно. Опять не хочу я смотреть на твой конъюнктивит, отстань. Ну ты даешь, конечно, Херобрин. Так, ладно. А это я куда пришел? Да, понятно. Так, успел вроде пробежать. Он сюда и не бежал пока что. Так, хорошо. Это я снова куда-то бегу. И не знаю куда. Ну, вроде через паутину я уже пробегал. Ага. Ну, здесь две штучки нашел. Так, ну пока нормально. Все не так уж и плохо. Да блин, вот эти лабиринты, конечно, тут... Тут забудешься. Я здесь, блин, наверное, ну, часа три могу бегать, и я ничего не нашел. Фига себе. Такое... Ну, давали бы хоть по одному алмазу в каждом бы уголке. Было бы хоть что-то. А то в такой большой карте, не знаю. Вообще, что-то даже как-то не совсем уверен, что можно что-то найти. А такое прямо... Да, нет, не надо мне твой конъюнктивит, отвяжись. Так, все.
И куда, и куда, и куда. А я вот не знаю, куда на самом деле. Я просто сейчас бегу, знаете. Вот когда бегаешь, бегаешь, такой задумался что-то. А, понятно. Херобрин, ты быстро, наверное. Так. Ну его здесь нету. Так, это я, короче, марафон пробежал, понятно. Нужно тогда... Чё? Надо что-то придумать. Так. Ну давайте тогда прямо. Я не помню. А давайте только Ой. Стоять, Слендер! Блин, в стену. Это ловушка была, все понятно с вами. Все с вами понятно. Нет, Слендер, ты, походу, плохой. Что-то ты мне это вообще. Все, ты у меня не вызываешь никакого доверия. Я понял тебя. Я понял твой мотив, Слендер. Ты работаешь как приманка и заставляешь. То есть выдаешь меня, короче. Ну, короче, да, все-таки Слендер тут такой себе. Щедрый, но. Ну да. Щедрый, но аферист. Щедрый аферист, во. Вот так странно звучит, конечно. Щедрый аферист. Звучит как что-то невозможное. Ага. А, тут же типа звук. Я чё думаю-то? Что здесь не так-то? А давайте проверим. Я же просто прямо бежал, да? И там, по сути, был Слендер. Вот просто игнорирую вот эти все пути. Да, здесь и вправду, то есть по скрипту вот этот Слендер. Понятно. Ага. И тут у нас, походу, еще и Херобрин по скрипту, понятно. Но, в принципе, в таком случае, ну, можно еще что-то придумать, на самом деле. Только вот не знаю, что. Ну, а так эту игру... Да, все. Да. Все. Я уже не знаю, что сказать. Ну, короче, понятно. Я понял уже, как бы, что из себя данная игра представляет. И знаете, я, по сути, никакой прогресс, наверное, даже не сделал, то есть. Но, знаете, тут... Я не знаю, эта игра вышла раньше, чем предыдущую, которую я вот снимал. Или наоборот, мне просто показалось это все немного, знаете, таким, ну, халтурным, что ли. Типа, до этого можно было даже вот эту вагонетку двигать там что-то. И локация была какая-то более проработанная. А здесь как-то... То ли я мало чего посмотрел, и карта очень большая, то ли действительно все настолько халтурно. Ну ладно. Ну, в принципе, на самом деле неплохо, но... Ну, не знаю. Можно ли сравнивать это, опять-таки, с предыдущей в плане сложности? Не, ну, конечно, когда на тебя бежит конъюнктивитный херобрин, то и он тебя ваншотит, типа. То есть одним касанием убивает. То есть это уже, ну, действительно сложно. В принципе, с этим поспорить нельзя. Ну, ладно. В принципе, давайте тогда уже на этом заканчивать. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписка на ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, ссылки в ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.